На, включила. Да, есть уже. Ожидающие? Да нет, уже... Ага, да, ну появилось уже 10 человек смотрят. Всем привет. Да. Добрый вечер всем. Вышла в эфир показать, что еще есть нового. Да, вот только-только получили посылку, и это еще часть, да, всего. О, кстати, да, Ковали и Диту. Поищи, пожалуйста, надо будет Диту показать. Да. Так, ну и самого нового, давайте из того, что эксклюзивное, допустим, то, что есть сейчас только у нас, да, пришли очень классные Michael Kors. Да, вот новые, совершенно новые, очень, как по мне, достойные. Тоже такая сферическая линза в золоте. Ага, увидела вопрос. Новые Селин, Тим, да, сейчас покажу. Michael Kors классные в золоте. И еще пришли вот такие серебряные линзы и розовое золото оправка. Селин новые, Селин Тим. На данный момент проданы уже, но в наличии у меня остались прозрачные. Вот эти черные, просто они уже завтра физически уезжают в Россию. Так, новые предыдущие Селин. Но предыдущие Селин будут только на следующей неделе, Селин Шэдоу. Это Селин Тин Шэдоу, так называемый, утонченная более. Да, тут более тонкая оправа, она легче. Но при этом у нее тоже такой же красивый градиент на линзе, да, вот так вот, в принципе, хорошо будет видно, что здесь очень ярко выраженный градиент. В черном цвете градиент бутылочного зеленого цвета, в прозрачном цвете, если прозрачная оправа, то идет коричневый градиент, да. Дита, не нашел Дита? Нет. Поищи, пожалуйста, где-то была Дита, я ее точно... Да, я точно где-то складывала. Так, Селин Шэдоу у нас будет 7 единиц на следующей неделе, из них уже половина зарезервирована. Селин Шэдоу будет черным с леопардом, классический цвет, да. А это новая Dolce & Gabbana, классная такая, мне очень нравится эта модель. Она стоит всего 190 евро, еще минус 20%. У нее матовая, красивая оправа, очень шикарный размер. Мало того, здесь еще есть клепса для комфортной посадки, да, то есть вот так раздвигаются заушнички еще. Вот, золотая фурнитура и красивым с градиентом линза. То есть, ну, очень классная модель, вообще есть во многих цветах, есть золото, серебром и так далее, цветов много, но вот этот мой, допустим, лично мой самый любимый, мне это очень нравится. Так, Диту, ну, поищи, да, где-то Дита есть, сейчас найдем Диту. Да, Оля, спасибо большое. Так, еще из нового, смотрите, шанельки новые приехали. Это из новой коллекции, которая меня поднять выше, из-за текста не видно вас. А, в смысле, чтобы я чуть выше села, вот так? Да, давайте, могу. Так, Томми Хилфиджер, нет, это под заказ. Мужские есть многие, да, Хлоя в металле. Хлоя есть. А какие именно Хлоя? Потому что вот Хлоя в металле у меня, допустим, есть капля, да, Хло. У меня есть Хло квадратная в металле, тоже из новой коллекции. Вот такие вот, да, Хло. Это все новая коллекция идет. Круглые есть все на складе у нас, во всех цветах практически. Новые Шанель. Вот да, Диту. Да, нашли Диту. Новые Шанель, кошки, классные, очень классные. Пластиковая оправа классическая. А затем металлический заушник с фирменным плетением Шанель. Да, что может быть лучше. Очень классно. Еще такая модель идет с зеркальными линзами. Марк Джейкобс есть. Сейчас покажем еще и Марк Джейкобса кучу. Так, Диту. Нашли Диту. Ну, Дита, конечно, не для детей с песочницей играть, но сейчас покажу. Так, сколько они, да? Шанельки эти 400 евро, минус 10%. Да, там получается 360.
Да. Вот. Вот, классно. Дита. Нарядная Дита. Ну, Дита, конечно... Сумасшедшая. Да, сумасшедшая модель. Сейчас Селин еще раз покажу обязательно. Сумасшедшая модель, но она, линза у нее невероятная. У нее красивейший градиент, вот так вот будет в сторону, очень хорошо видно. Невероятный градиент, но она, конечно, очень нарядная. Да? Серебро. Вызывающая модель. Так, 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 Селин, да, хотели? Сейчас, 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 сейчас. Дита 525 минус 20. Ну, впрочем, у меня там ниже пост есть про Диту, и они в наличии. Селин. Селин, еще раз Селин, давайте. Селин есть вот такие, Селин Тин. На данный момент доступны под заказ. Почему? Потому что вот уже распроданы модели, все, к сожалению. Заказ мы можем оформить завтра и будет в конце следующей недели. В наличии остались в прозрачном цвете, прозрачное оправа, черные линзы. У меня небольшой размер, я сразу говорю, поэтому, ну, на мне они могут быть немножечко великоваты, но при этом девочки брали, которые носят более большой размер, им тоже отлично идет. У Селин, что мне больше всего нравится и что всем больше всего нравится, это, конечно, ярко выраженный градиент на линзе. Вот эта вот вещь очень смотрится очень выгодно в любом случае. Вот. Сегодня был у нас разговор с клиентом про морщины под глазами. Да, вот как раз, по-моему, ярко выраженный градиент как раз для этой темы. Jimmy Choo круглые с блестящими боковушками. Это модели Jimmy Choo Andy. Она будет на следующей неделе у нас в наличии. Две единицы только, черная, с черной линзой Novity 2017 и горчичный цвет с голубой линзой градиентной. Все они забронированы, поэтому если вы точно хотите, скажите, потому что мы сейчас Армани, да, Армани, где новые Армани наши? Потому что на складе они есть, мы можем привезти, да? Армани, бежевые, точнее не бежевые, а карамельные Армани. Новая тоже, мне кажется, хитовая модель. Ray-Ban круглые есть, сейчас все покажу. Армани, смотрите, какая, филигранный заушник, да, такой необычный. Градиент на линзе. Jimmy Choo Gem под заказ. Есть на складе у поставщика. Gem новая модель 2017 года. Мы из нового брали только Jimmy Choo маски у нас на складе сейчас есть. Бежевые. Бежевые Jimmy Choo. Карамельки, точнее, мы их называем, потому что цвет обозначен в каталоге карамель. Сейчас все Ray-Ban-чики тоже покажу. Градиентная линза, конечно, сейчас вечер, темно, может быть, плохо видно, но, в принципе, очень классная моделька для посадки на лице, очень классная. Сильнее боком поворачивайся. Ну, я вот так отдельно покажу модель, потому что на мне плохо видно, из-за того, что освещение уже вечернее, да. Вот такая. Еще эта модель доступна в черном цвете, вот, и в таком беленьком, да. Низко, просто айфон, плохо же низко айфон стоит, его получится. Это надо типа ближе, наверное, ко мне вот так вот подвинуть. Да нет, вот я ближе к себе подвинула и отлично, да? Так, Versace. Versace нет, Versace не в наличии. А, Люсик, да, это Аленин свитер, совершенно верно. Ношу, не снимаю, очень нравится, сделано с любовью, мне так вообще нравится. Нет. Вика, у нас магазина нету. Нет магазина, потому что если вы пойдете в любой магазин, то цены будут такими же, как и везде. Собственно, мы пока не занимаемся. Шанельки круглые есть. Так, давайте по порядку. Обещала Ray-Ban. О, стоп, взяла Michael Kors. Ray-Ban круглые, очень много разных цветов. Покажу новые. Ray-Ban 3447. Модель называется. Круглые Ray-Ban-чики с градиентной линзой. У этой такой бирюзовый градиент, сверху зеркальное такое напыление, бирюзовое, очень классное. Да, это 34,47, 159 евро стоит, минус 20%, 128. Еще новый цвет появился, 2017 года, плохо видно, голубенькая линза, красиво голубой градиент. 34,47. Инна, спасибо, да, у меня просто универсальный размер, поэтому может казаться, что мне идет все. Так. Это 3447 тоже, в черное оправа. Затем Ray-Ban. Еще ж пришли новинки Ray-Ban. Очень веселые, вы что? А давай эксперимент чуть-чуть повыше. Я-йо. Да, давай повыше. Возьми айфон. Сейчас, секундочку, попробуем поменять дислокацию немного. Нет. Не, ну так... А ты на себя чуть-чуть его. Нет, 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 так не получится. Блин, снизу просто видно.
Наличие очень много всего. Сейчас попробую показать. Убери, пожалуйста. Наличие много всего, поэтому я и хочу устраивать прямые эфиры, чтобы показывать большой объем. Да, еще новые круглые Ray-Ban. Смотрите, я-йо, допустим, в таких веселых цветах. Желтые, это новый вообще тренд. А желтые линзы сейчас очень популярны будут. Вот, очень классные, как по мне, вообще. Желтые, потом оранжевые. Оранжевые тоже очень крутые. Розовые тоже, фиолетовые, вообще все, разные цвета, пожалуйста, какие хотите. Вот, желтые, конечно, желтый интересные. Огонь. Желтые, да, желтый огонь, согласна, желтые вообще крутые очень. И эти крутые. Да. Так, еще круглый Ray-Ban, сейчас буду показывать еще Шанель, да? Круглый Ray-Ban. Ой, столько всего, еще вот новинка, да, Double Bridge Ray-Ban. Вот такой, да, это новинка у нас в двух цветах. Это такой розовый. Розовый. Да, вот такой. Здесь двойная переносица, они стоят немножко дороже. Они стоят 169 минус 20. И эта же модель в таком летнем варианте. Вот буквально, как только привозим. Да, Селин есть еще другие модельки, все покажу. Так, еще вот такие Ray-Ban-чики круглые новые. 34-47 есть практически во всех цветах. Угу. У нас только оригинал, мы работаем с официальным дистрибьютором и привозим очки из Италии с фабрики. Также у официального дистрибьютора есть много моделей наличия в Киеве, мы работаем и с Москвой. То есть у нас есть выход на дистрибьютора в Москве и в Киеве. Круглая Шанель. Обещала показать круглые Шанель. Давайте. Круглые Шанельки. Ну, это традиционно мой любимый цвет, это бордо. Да, вот на мне сейчас я их одену, но они будут черные. Но при дневном освещении, не знаю, попробую поймать, вот. Есть такой оттенок красивый у них, бордовый. Вот. Модель наличия в цвете бордо. Модель наличия в цвете фиолет. Вот они, фиолетовые. Также модель наличия в цвете серебро. Вот фиолетовые. Фиолетовые, серебро еще тоже наличие в Киеве. Так, круглая. Вы знаете, поскольку круглый тренд идет у всех брендов, то круглых очень много. Шанель стоит 370 минус 10%, 333 евро получается розничная цена. Да. Надежда, что есть еще круглое, сколько стоит? Ну, на Шанель я ответила вопрос. А, складные, круглые Ray-Ban складывающиеся. Так, а ну, посмотри, пожалуйста, где-то у нас были... Ray-Ban много. Вот, коробка, да, вот там очень много Ray-Ban. Складывающийся Ray-Ban стоит 209 евро минус 20%. Обычный Ray-Ban круглый 34-47, не складывающийся, стоит 159 евро минус 20%. Да, ну вот под рукой просто вот эти новые цвета. Сейчас мы поищем еще складывающие. Да, вот в пакетиках Ray-Ban, вот, да-да-да-да-да, давай. Все тут есть. Да, нашли, все есть. Итак, складывающийся Ray-Ban и Селин модельки, да, сейчас покажу обязательно. И резисторы есть, Денис, и резисторы, вот там два, да. Две модели есть. Так, складывающиеся, видите, вот такие вот, вот у них тут механизм есть складывания. Складывающиеся Ray-Ban-чики остались в серебре, да, у нас дешевле, чем в ЦУМе, это однозначно. И у нас доставка в Москву 2 дня и стоит всего 500 рублей. Вот. Доставка курьерская приносит прямо в руки, прямо домой, в офис, куда там надо. Вот. В серебре складывающиеся Ray-Ban-чики. Затем фиолетовые, очень классные. Это такой цвет девчачий, да? Вот два резистора. Вот классные, да? Сейчас и резисторы еще покажу. Фиолетовые тоже складывающиеся, да? Вот. Там файл, да? У них есть. Так, доставка в Астану у нас 4 дня. Стоит сколько? 1000 рублей у нас в Астану? 1100. 1100 рублей в Астану доставка. Ну, если... От 2 до 5 дней. Да, и там в Астану буквально 4 дня, по-моему, и они уже у вас. Бывает 3 дня, в зависимости от того, когда отправим. Если отправим в пятницу завтра, то в понедельник уже могут быть и у вас. Беларусь, Паша, 800 рублей в Беларуси. Джимми Чу Энди не в наличии будут на следующей неделе.
забронированы уже клиентами. Если нужны какие-то конкретные, пишите мне в директ, пожалуйста, потому что можем привезти, можем еще дозаказать. Завтра нам отправляют Jimmy Choo со склада. Просто все, что мы привозим, как правило, первая примерка, и все их забирают. В Беларусь доставка у нас 3 дня 800 рублей, да, стоит, российских рублей. Тоже складывающиеся рейбенчики. Затем Hexagon, новый Ray-Ban. Вот сейчас тоже очень популярный, спрашивают каждый день. Там заминка из-за размеров, да, то есть вот это 54-й размер, который побольше, 54-й. Он сидит более квадратным. То есть вот я ношу средний размер женский, да, там 57-58. Вот. Он сидит более квадратный, потому что вот эта же модель в размере 51, маленький, да, то есть если... Ага, Вера, спасибо. Так, вот более маленький этот ребенчик, да, в 51 размере. Мне кажется, что он более кругленький. Вот как-то мне, ну, это мое личное восприятие, не знаю, может быть, вам нравится. Можем отправить, пожалуйста, по Украине отправляем с наложенным платежом всегда. Да, эта модель считается унисекс, заявлена брендом Ray-Ban как унисекс. Егор Крид таких бегает. Да, кстати, у Егора Крида такие, да. Вот, они у нас есть в зеленом цвете, в серебре, фиолетовые. Вот, допустим, в зеленом еще тоже, да, это же модель в зеленом цвете. Так, какой размер у Линда Фарроу? Смотря какая модель вас интересует. Сколько стоит? Если это вопрос про эти Ray-Ban, то они стоят 159 евро минус 20% 128. Угу. Шанель без оправы. Шанель без оправы, это вот эти круглые, что ли, Шанель без оправы? Да, они безоправные. Они вот действительно идут тут на двух винтах, здесь и на винтике здесь. Они идут безоправные, легчайшие. Вот, всего лишь здесь из деталей только заушник металлический переносится. Все. Так, и резистор. Обещала показать и резистор. Вон они. Ага, просто. Вот. Сейчас запакованные, новые упаковки, что никто не скрывал. Новые резистор пришли, вот, но осталось вот совсем чуть-чуть. Потому что, ну, к сожалению, все быстренько разбирают. Очень много заказывают. Jimmy Choo Andy, пожалуйста, если очень востребована модель, ее нигде нет в Украине. Ну, и не найдете, и не спрашиваете. Да-да-да, Вера, сейчас покажешь желтый Ray-Ban. Вообще огонь. Сейчас смотрели, вообще очень классно. Расскажи, что ты там закончил про Jimmy Choo, что их можно заказать через... Да, Jimmy Choo вот можно буквально завтра заказать, чтобы нам их доложили. Потому что те модели, которые мы везем, уже забронированы клиентам. Понимаете? А первая же примерка, и скорее всего их заберут, потому новые что цвета, модель классная. И это цвета мы везем 2017 года, новые, то есть, ну, обалденная модель. Так, и резисторы. Желтый Ray-Ban, Вере обещала. Вера, конечно, для вас, пожалуйста. В Киеве можно примерить, и резисторы почем? Отвечу сразу, да, 485 евро. С доставкой в Казахстан 500 получается. Желтые. Желтые классные Ray-Ban, вообще классный огонь, мне кажется. Желтые, оранжевые, розовые, фиолетовые, голубые. Ну, вот эта модель, я ее сейчас очень популярна. И, кстати, она тоже как унисекс идет. Идет как мужчинам, так и женщинам. Так, цена Ray-Ban. Я ее сколько стоит? Да, я ее. Сейчас я скажу. По-моему, 149, кажется. 149 минус 20%. Там, смотрите, дело в том, что у этой модели все цвета стоят одинаково, кроме зеленой. Зеленая, я точно помню, 129 евро минус 20%, потому что все остальные цвета дороже стоили. Желтые, розовые, оранжевые, фиолетовые, голубые. Вот желтые, оранжевые, голубые. Голубые, да. Так, Настюша. Да, летние, согласна. В Киеве примерить, возможно, встретиться с курьером. У нас есть сервис примеров, пожалуйста, вы можете записаться, курьер принесет то, что вам интересно. Да, вот эти 149 евро, минус 20%. Вообще, шикарная вообще цена, шикарная модель. Сейчас, не знаю, весь мир помешался на этих Ray-Ban. Селин, напоминают мне, да? Да-да-да, Селин. Смотрите, ну помимо тонкой, у вас есть, кстати, да, эта тоненькая. Какие есть наличия Ray-Ban? Наличие там где-то 100 разных моделей Ray-Ban. Пишите, какие хотите, и мы принесем. 100
Спрашивают, поляризация, скажи, есть из поляризации? Да, есть поляризация, Ray-Ban и разные другие модели. Собственно, напишите в директ. Я ее? 169 евро. Я ее с поляризацией, 169 евро, минус 20% будет. Да, конечно. Под заказ доступны, потому что цвет особенный. Селентин, да, новый Селин 2017 года, с вот таким вот красивущим градиентом. Ага, складывающийся в наличии, Денис, 3517 РБ. Ты увидел, да, комментарий с поляризацией 3517 модель? Сейчас. Угу. В Харькове можно примерить, можно встретиться со мной или с курьером, ну, в общем, ну, собственно, с кем хотите. Напишите мне в директ, пожалуйста, да, мы и привезем прямо сейчас. Так, Селин, это новый тоже, Селин Стелла, новая модель 2017 года. Опять-таки с фирменным градиентом Селин. Это цвет кобальт, поэтому здесь градиент коричневый, коричневого цвета. В черном цвете градиент традиционно черный. Да? Так. 3517 складывающийся был комментарий, а то я же не умею. Да, да, 3517 складывающийся с поляризацией интересует. Сейчас, вот сейчас мы вам ответим на ваш вопрос. Он такой рутениум. Он стоит 249 минус 20. Ага, стоит 249 минус 20. Ray-Ban 3517, да. Так. Селин еще есть у меня, кстати, вон маска. Ну, подай, пожалуйста, мне маску, Селин. Вот она, да. Угу. Селин еще есть маска. Ну, это такая уже классическая эта модель. Еще фендиш хочу всем показать. Сейчас руки никак не доходят. Новые фенди золотые. Это Селин маска. Нигде уже нет. Все, уже только у нас осталось. И то только одна. Девочка, футляр под Кайеной. О, спасибо большое. Итак, а что это у нас такое? Там есть внутри что-то, так смело? Нет, нету, наверное. Новый футляр Fendi. Новый футляр Fendi. Вот такая вот штучка. И показываю очки Fendi. Да, золотые. Золотые вот эти. Евро, минус 20%. Живанши со звездами, да, Пинчулик спрашивает. Будут в наличии когда? Завтра уже, да? Нет, после выходных будут. После выходных будут в наличии Живанши со звездами, но зеркальные, да? Зеркальные с черными звездами. 300 евро минус 2. Фенди с позолотой. Огонь. Фенди с позолотой. Очень крутые. Градиент. Это эксклюзив. То есть такого нигде нету. И не будет, скорее всего, Fendi. А эти Fendi золотые 550, да? 550 евро на 550, старте. 550, да. И минус 20% сделаем. Это бутиковая версия, кстати. Да, бутиковая версия Fendi. И у нас в наличии в одном экземпляре. 42, 44. Угу. Вот нереально. Еще Fendi маска. Тоже в золоте. Это стоит 390. 390 минус 20%. 312 евро получается. Подвисает, ну не, это у девочки подвисает. Это не у нас подвисает, да. У нас вроде все нормально, мы смотрим тоже прямую трансляцию нашу. Так, Евгений, отличный вопрос. Стекло или пластик? На данный момент уже в мире оптики используется специальный оптический полимер, это называется. Да? То есть это специальное покрытие, ну не покрытие, а специальный материал, который разрабатывается для оптики. Он более легкий, на него легко наносятся все защитные фильтры, такие как UV-400 и ну, поляризации или любые другие. Плюс классно делать разного рода вот такие вот цвета. Ну, собственно, это гораздо лучше, чем раньше. Они и легче, и безопаснее. Так, цена Dior Abstract голубые. Dior Abstract у меня сейчас есть вот такие белые с розовой линзой. Это новый цвет 2017-го. Сейчас посмотрим. Ну, вроде 370, цена 370, да, вроде 370, но это старая цена. Хорошо. Вот у нас еще пока по 370, но по идее с 1 числа подорожало, но мы еще пока не видим новой цены. Ну, собственно, 370 минус 20, голубые тоже доступны под заказ по этой же цене. Но оранжевые, допустим, Dior Surreal, Dior Abstract, уже минус 40 идут. Да, голубые забрали сразу же, мы только их выставили по скидке, минус 40, их сразу же забрали. Так, Dior Surreal какие-нибудь. Нет, с собой у меня нету Dior Surreal,
Поэтому сегодня без Surreal, потому что сегодня еще я могу показать другие эксклюзивные модели. Porsche Design. Porsche Design – это эксклюзивный цвет, смотрите, ну нигде такого нет уже, все, голубой. Голубой, но это голубая линза, золотая оправа. Здесь линзы меняются, да. Это размер 69. 69 – самый большой размер. То есть, ну, как правило, его носят мужчины, но многим женщинам тоже очень-очень нравится, подходит и, ну… Да, Вера, спасибо. У нас выбор нереальный. Я сама уже не могу остановиться, какие показать. Love Life, Versace, кругляшки. Есть на складе. Цена такая же, как и у всех. Подскажи, новые Versace, кругленькие вот эти вот, зеркальные. Сейчас, да, сейчас мы подскажем цену. Вот. Но Porsche Design нереальный. Одна единичка только в голубом цвете. Цена 380 евро и минус 20%. В комплекте идут также, вот смотрите, вот такой, допустим, да, там чехол, и там идут сменные линзы. Менять линзы вообще проще простого. Здесь специальный механизм есть, открывается вот эта переносица, вот, видите, вот, легонечко. И меняется. Сейчас не буду, чтобы, ну, не упало, у меня ничего не поцарапалось. Ну, собственно, пока бронь на вот эту модель, но пока не... 210 Versace. Versace, Love Life, да, отвечаем, 210, что? Какая ты сказала? Versace какая? Ну, кругленькая, новая. Круглая, на главной медузе называется, 2176. Да, это. 210. 210 евро минус 20%. Есть на складе, пока в цветах. Да. Еще не показала Saint Laurent. Да. Вот, пожалуйста, с отметочкой, да, вот фирменной. В черном цвете, в наличии. Можно, пожалуйста, примерить. 305 евро у него цена. Также доступен в другом цвете, там такой зеркальный. Ну, это такой классический авиатор, просто здесь интересная фишка есть с вот этим брендом, да. Вот. У них размер, кстати, интересный, у них размер 59. Да. Так, дальше, не показала еще Fendi. Fendi новенький. Ну, я показывала в предыдущих эфирах, покажу вот просто еще, да. Вот такие с волнами, Fendi Waves, в зеленом цвете. Самый удачный цвет из этой модели, то, что я видела. Так, еще не показала, точнее показывала в начале, кто просто только что присоединился. Michael Kors. Вообще шикарный вариант. А ну посмотри, пожалуйста, сколько он, по-моему, 150 евро стоит всего, да? Kors? Да. Да нет. Посмотри, сколько там его цена, вообще классная. Золотые и серебро. Ну, одену вот золотые, допустим, мне понравились, да? Ну, вот. Классный вообще вариант, повседневный, шикарный. Ну что, сколько там Michael Kors? А у меня в пост есть недавно про этот, про эту модель. Угу. Сейчас. Это вон МК, да? Да. 180. Michael Kors. 180 евро, еще минус 20%. Черный Шанель, еще раз покажите. Сейчас покажу черный Шанель. Это имеется в виду новые, да, вот эти вот. Вот это еще надо показать. А, да, еще Роберто Кавалли сейчас покажу интересное. Черный Шанель. Видите, тоже градиент на линзе. Кошечка. Вот такая классная кошка. Сама не ожидала, действительно, очень интересная модель. Гуччи, Марусик. Марусик, я знаю, что вас интересует новая коллекция Gucci, которая у нас еще в наличии нету. Мы можем для вас заказать ту модель, которую вы хотите, потому что как раз завтра у нас придут информация по складу на по Италии, и завтра как раз отправка. Можем заказать, чтобы во вторник они уже были в Киеве. Модель, которую вы мне сбрасывали, по-моему, как раз поступает в наличие. Вообще очень много есть. Всего. Гуччи очень большая коллекция, но вряд ли масштабная, да, там, потому что мы не можем угадать. Обновилась коллекция Гуччи полностью, и там порядка 100 моделей. 20, наверное, моделей, и каждая еще модель в разных цветах. То есть, если привозить, это что, привозить 200 пар только Гуччи, а у нас еще много других брендов. Шанель 400 евро и минус 10%. Фурнитура серебро, да, обращаю ваше внимание. Точно такие же есть Шанель. Кстати, в оригинале, чтобы вы все знали, должны быть гравировка на линзах, здесь номер есть у Шанель, также гравировка в этой модели, Шанель на одной линзе и на другой линзе, тоже гравировочка, это свидетельствует о том, что это оригинал, да?
Так, черные 400 евро, минус 20%. Модель доступна под заказ, наличие настолько кругляшки. Так, Роберто Кавалли. Роберто Кавалли, ну это такая новая их модель. Блин, их, наверное, не видно. Да, жалко, что плохо видно, они такие сиренево-розовые, что ли, такой интересный, в общем, цвет линз. Вот. Сколько ждать под заказ? Ну, скажем так, если модель наличия на складе в Италии, то ждать, ну, наверное, 5 дней, в зависимости, опять-таки, когда. Вот, допустим, если завтра мы сделаем заказ, то уже во вторник будет у нас в Киеве. А к вам мы сможем отправить в среду и получите либо в пятницу, либо в понедельник следующий. А если модель нужно заказывать на складе, то, как правило, тогда, ну, в 2 недели мы уложимся, скажем так. Я буду говорить честно, да? Не так, как другие, буду, не буду юлить там с доставками или вам вешать лапшу, что мы доставим вам эту модель за 3 дня. Нет. Я буду говорить честно, что эта модель, если она есть на складе, пожалуйста, мы ее привезем вот во вторник в Киеве и в среду отправим вам в Казахстан. Получите либо в пятницу, либо в понедельник. Если нет, то, возможно, следующий вторник только мы получим, и, соответственно, вы получите либо в следующую пятницу, либо в следующий понедельник. Вот. Собственно, ну это в любом случае самая быстрая доставка. Впрочем, мы можем отправить напрямую из Италии для вас, но это стоит 36 евро. И по срокам будет, наверное, ну, 7 рабочих дней. Так, ясно, спасибо, что есть из Ray-Ban. Из Ray-Ban. Только что просто была целая трансляция. Ray-Ban есть все. Пожалуйста, давайте вот, найдем вот эти Ray-Ban. Покажем новые. Да, вот уже просто много людей было. Все спрашивали, смотрели. И резисторы какие в наличии? Наличие резисторы только убрала. Наличие фиолетовый резистор. Да, то есть с розовой такой линзой. Да, есть фиолетовый. Что есть из Ray-Ban? Фиолетовые. Ну да, конечно, есть фиолетовый Ray-Ban, вопрос только какая модель, потому что у нас 150 моделей и еще разных цветов. Еще и резистор есть в розовом цвете, это светлый цвет, что... А, вот он, нашла. Еще резистор есть вот в таком цвете, это цвет серебро. Серебро с розовым таким переливом, новюсенькие. Вот такой вот цвет классный. Да. Ну вот эти два в наличии. Остальные цвета, если вы там хотите, возможно, может быть под заказ. Так, Ray-Ban-чики. Поехали. Желтенькие, новенькие. Есть. Дальше. Кругленькие, разные. В том числе и фиолетовые. Есть. Складывающиеся Ray-Ban-чики. Есть. Новые Double Bridge. Есть. В двух цветах. Раз. Два. Все остальные, кстати, тоже во многих цветах, поэтому просто надо поинтересоваться. Новенькие, это все новенькие. Так, затем. Новенькие, это вас Hexagonal, наверное, модель интересует. Да, пожалуйста, есть в зеленом цвете, 54 размер. Есть в голубом цвете, в 51 размер. Есть в серебре, 54 размер. Есть еще фиолетовые, они у моего курьера в Киеве сегодня были на примерке, пожалуйста, можете еще успеть одну пару взять. Вот, в фиолетовом цвете одни. Этот цвет на мне серебро, 54 размере. А это на мне сейчас будет цвет голубой. Голубой в 51 размере. Да, это новая модель Ray-Ban, но опять-таки, вот эти Я-Йо, это вообще самая новая модель, да, это кругляшечки, самая новая, давайте покажу еще раз, оранжевые, классные, очень классная модель, веселая, поднимает настроение, да, желтые, ну и, собственно, очень много других разных, еще круглых, ну, круглые вообще море у нас. Не у него есть круглые. Да, он очень круглый, покажи. Самая 77. Как называется эта модель? Так, самые первые. Можно вы показывали прозрачные? Я показывала прозрачные, самые первые. А, это вот эти называются. Я-Йо.
называются прозрачные. Они у нас есть в голубом цвете, в оранжевом, розовом, фиолетовом, во многих. У меня есть пост в Инстаграме чуть-чуть ниже про эту модель. Так, черные. Черные вот такие кругленькие. Черная оправа, бирюзовые линзы. И еще есть черные, это зеркальные. Это зеркальные, а еще есть черные с вот такой голубой линзой градиентной. Это тоже новые цвета все. Пожалуйста, тоже все кругляшечки. Миу-миу, сейчас померяю. Да, ну здесь сейчас уже вечер, как бы плохо может быть видно сам цвет линз, но вообще модель классная. Да. Кругляшечки Миу-миу, да, померяю сейчас. Это классика этого бренда, уже базовая их модель. Вот, заказывали специально, поэтому вот, пожалуйста, в наличии в одном экземпляре. Так, лова-лова. Какая их цена? Ну, вот этих цена 149, у нас минус 20%, всех цвета, кроме зеленый, зеленый дешевле. Вот эти 159, минус 20%, и получается 128 евро в цветов моря, просто еще даже все не распаковали. Складывающиеся ребенчики дороже, 209 евро и минус 20%. Ну, у них просто еще механизм складывающийся, они складываются в такую маленькую крошечную коробочку, у них футлярчик вот такой маленький. Да. Еще ребенчики новые, вот эти, допустим, кругляшечки, но с таким двойным, двойной переносицей, да, называется Double Bridge. Миу-миу цена 250 евро, минус 20%, и получается 200 евро в наличии, в полном комплекте, с футлярчиком, коробочкой и даже брендовым пакетом. Да, вот фирменный футляр, чем отличается, кстати, оригинал от не оригинала. Показываю. Во-первых, гравировка на линзах. Здесь должна быть гравировка, это номер здесь выбитый. Здесь он есть, я не знаю, видно тут или нет, наверное, не видно. Во-вторых, ничего не болтается. Вот видите, вот эта вот деталь. А в Китае она, допустим, она может тут шататься, болтаться, вот, ну, немножко такое. Затем, сама оправа тоже жесткая, не гуляет ничего, вот так вот не ходит, все. Все сделано четко, классно. Затем, гравировка должны быть артикулов. Верная, совпадать с брендом. Затем футляр. Мягенький, приятненький, такой на ощупь. Очень четко должно быть и ровно, без всяких там ниток торчащих, без криво-косо написано. Должно быть название бренда Миу-миу. Здесь все, видите, четко, ровно, без всяких там глупостей. Так, ну комплект сейчас я не найду. Там еще идет сертификат, фирменная салфетка. Коробка, кстати, коробку покажи, коробку там, по-моему, есть, есть этот, давай я сразу покажу комплект, да, и на не на коробке, а на чехле коробки должны быть надписи. Комплект Миу-миу, да, 200 евро розничная цена. Вот еще вот комплект, кстати, еще пыльник в комплекте идет, да, пыльник для очков. И вот коробка сама, сам футляр, скажем так, коробка еще упакована вот в такую штучку. И вот это вот тоже является показателем оригинальности. Здесь штрих-коды разные, собственно, артикул верный, который должен совпадать с артикулом на самих очках. Так, Ray-Ban звонок переносится. Есть киви, например, те, которые с голубым градиентом в черной оправе. Ну, в Киеве я нахожусь в Харькове. Поэтому на данный момент все находится в Харькове. Можем, пожалуйста, вам привезти все в Киеве. Double Bridge и в черной оправе меня спрашивают. Double Bridge, вот, белые. Double Bridge еще в наличии в синем цвете. И Double Bridge еще в наличии в таком оранжевом цвете. Куда уже? А, вот. Розовый такой оранжевый цвет. Классный очень, да? Так, круглый Джимми Чу, кстати, сейчас покажу круглый Джимми Чу, у меня есть одни в наличии, но не Энди, сейчас, у меня Джимми Чу спрашивает, вот, такие, все можем, Марусик, все можем вам организовать на примерку без проблем, Джимми Чу, вот, в наличии у меня есть Джимми Чу, интересные, новые, пожалуйста, вот смотрите, Джимми Чу круглые, называется Гота, доставка в Курск, конечно, есть, круглый Джимми, сколько будет стоить, черный с блесточками. Вы говорите, Надежда, вы говорите про модель Jimmy Choo Andy. Они доступны под заказ. На следующей неделе будут в наличии, заказывайте, потому что иначе не достанутся. Говорю честно. Вот, классная модель Gota. Jimmy Choo. Может, тоже. Пройти, они же тоже черные с блесточками есть. А каких есть? Jimmy Choo, черные с блесточками. Ну, или, может быть, вы про эту модель? Это у нас в наличии синяя.
Доставка в Курск есть. 500 рублей. Да, 500 рублей и 2 дня. Вот. Красивый тоже фирменный градиент такой. Гравировка Jimmy Choo здесь на линзе, естественно, потому что у нас только оригинальная продукция. Вот. И такая, такие блестяшки, да, там по оправе. Доступно в черном цвете, в зеленом, в винном цвете. Сколько? Надежда, блесточки сбоку. Это вы говорите про модель Jimmy Choo Andy. Заказываем их завтра, будут на следующей неделе, стоят 375 евро минус 20%, сколько это там, посчитай, пожалуйста, я не помню просто наизусть. Завтра мы их заказываем, и если вы хотите, чтобы вам точно они достались, пожалуйста, напишите под заказ. Сколько? 300, да? 300 евро, да, и вот буквально на следующей неделе они уже будут у нас, и мы вам сразу же отправим или доставим, собственно, все, что вы захотите. Модели этой пока нет ни в Украине, нигде, поэтому можно смело заказывать. Потому что мы привезем всего по одной единице, и они сразу же уйдут, скорее всего, на первых же примерках. 35-17. А что это за 35-17? Это Ray-Ban складывающийся, да? Не знаю. Серый? Нет, их нет в наличии. Это, по-моему, девочка спрашивала за поляризацию. А, 35-17 с поляризацией? Нет, они доступны под заказ. Темные, серенькие. Они доступны под заказ, поэтому наличия у меня их, естественно, нет. Dior Pixel есть. Пожалуйста. Да, Надежда, напишите. Вы можете или в директ написать, или в Viber, WhatsApp, и я вам все расскажу более подробно. Pixel. Так, о, вот так хорошо видно, что вот здесь по линзе есть такие интересные пиксели. Вот видите, как интересно. Такие квадратики, да? По размеру, по форме это как Dior Surreal, то есть это обновленная их модель, вот. Доступна в розовом цвете, в неоновом таком зеленом, малиновом, серебро и голубой. Да, вот такие вот. А вот 3517, да? Вот 35-17? Да, но это не без поляризации. Ага, да, просто... вот 35-17, да, у нас, но это в серебре. В серебре, если черные, допустим, с поляризацией, их надо заказывать. 249. 249 евро и минус 20%. Складывающиеся рейбенчики, они складываются вот так, показываю. Смотрите, раз, два. Теперь мы складываем сами заушники, потом мы складываем саму оправку. Вот они складываются вот в такую крошечку. Ну, вот такие маленькие. Так, что еще не показали? Марк Джейкобс еще не показали. Просили Марк Джейкобс. Сейчас покажем. Да. Марк Джейкобс есть много разных. Вот, допустим, самая любимая модель – это MMG-476. У нас в наличии в черном цвете, у нас в наличии в леопардовом цвете с зеркальными линзами. Да? Кошечку, да? Черные, классные. Да, да, поищи, еще кошечка еще есть тоже, MMG-477. Вот. Да. Затем Марк еще, вот есть такой 48 в таком цвете. Сейчас я его открою, покажу. Беларусь спрашивает, 800 рублей это сколько? Сейчас я вам скажу, сколько. Сейчас мы скажем по Беларуси, сколько, в какой валюте вам посчитать, в долларах или в евро? Да, это в районе 13 евро. В районе 13 евро будет стоить доставка в Беларусь. И очень быстро. Рассчитаться, да, можно в рублей на карту. Да, рассчитаться, кстати, с Беларуси у нас можно либо Western Union, в Украину, либо на карту Сбербанка в рублях, если вам будет удобно, то есть вариантов много. Да, Алена, привет, я вижу твои сообщения, они идут как бы во время трансляции, но я тебе не могу ответить, да, спасибо большое, да, вот видишь, ношу с удовольствием. Да, вот, показываю разные очки своим клиентам, ну и всем интересующимся. MMG-477, кошка, Марк Джейкобс кошка, 120 евро стоит в розницу. Вот эти стоят чуть дороже, 155 евро минус 20%, 124 евро, очень классный цвет, леопард сверху, розовый градиент, также модель доступна в других цветах, там черный, коричневый, ну и так далее, да.
кружочки еще покажу. Вот эти марки любимые, да, то есть чуть ли не каждый день поступают на них заказы. Партия пришла последняя, больше этой модели нет и не будет, она снята с производства, поэтому, собственно, можете успеть забрать последние, потому что там просят других цветов, все уже, модель снята, ее больше не будет никогда. Кошечки тоже. 120 евро, ну, в эквиваленте, соответственно, на момент заказа. Так, такие кошечки, и на мне кружочки. Еще кружочки есть в леопардовом цвете в наличии. Не услышала, сколько в евро доставка в Беларусь. 13 евро доставка в Беларусь, и по срокам достаточно быстро, если модель в наличии. Да, там, ну, буквально два дня, наверное. Угу. Да. Так, покажу еще Живанши. Кстати, вот на днях будут еще Живанши со звездами, спрашивали, да? Будут. Так, новые Живанши, новая модель. Квадраты такие. Ну, это новая их коллекция, а вот, допустим, кружочки Живанши, это заявленный хит этой коллекции. У нас в наличии эта модель в уникальном цвете, золотые матовые линзы. Вот то, что вы видите, это действительно так и есть, это матовость. Вот, к примеру, на мне сейчас, это обычные линзы, да, то есть коричневые, там, классические. А это матовые, у них такое интересное напыление, то есть на зрение это никак не влияет, но при этом внешне они смотрятся очень необычно. Да, спасибо большое. Так, спасибо, если под заказ, а если под заказ, нет в наличии. Смотрите, если под заказ, то все достаточно просто. Мы в первую очередь узнаем, где эта модель есть, если она есть на складе у дистрибьютора, то доставка тоже достаточно быстрая. Там, 1-2 дня, да. Если модель надо заказывать на фабрике, тогда это будет, конечно, дольше. Бывает с разными моделями по-разному. Вот. Поэтому напишите в директ, какая вас модель интересует, и я вам, конечно же, отвечу. Сразу и быстро. В принципе, у нас информация самая оперативная. Мы можем заказать как на фабрике напрямую в Италии, так и у дистрибьютора. Так. Не забуду, еще раз вам покажу Dolce & Gabbana новая. Ну, красивая очень модель просто. Вот матовая оправа, золотая фурнитура, градиентная линза. И 190 евро всего лишь стоит стартовая цена. Еще минус 20%. По-моему, для Dolce & Gabbana это вообще классный вариант. Вот. Ну, освещение, может быть, конечно, не очень, но, собственно, очень классная. Очень классная модель. Всем рекомендую. В цветах доступна в разных. То есть это черное матовое, есть золото серебром, есть розовое, есть еще там, ну, собственно, там, по-моему, 6 цветов. У меня в ленте есть пост про эту модель, и там, по-моему, заявлены у меня цвета, можете полистать. Скажи еще раз Армани. Армани? За айфоном уже. Да, Армани. О, кстати, да. Армани, да? Хит. Инна, я поняла, про Линду Фару, кругляшки. Да, хорошо, да. Я поняла, мы с вами общались, и я поставила на бронь пока вашу модель, но завтра буду общаться плотнее со складом, чтобы ее никуда не дели, и, может быть, получится даже ее попросить, чтобы мне ее выслали, да, чтобы она у меня была, и когда вы оплатите, я вам ее сразу отправлю. Вот. Армани, 150 евро, минус 20%, 120 евро, по-моему, да, розничная цена или что такое? Я не знаю, сейчас я равно. 120, да, 120 евро. Это цвет карамель. И еще в черном цвете. Ну, она еще есть в белом цвете, в белом она не такая, может быть, красивая, но черный карамель самый лучший. И еще померяю, да, на себе. Классическая форма. Градиент на линзах. И такой филигранный плетеный заушник. Да. Да, очень классно. Угу. Так. Как спадать? Нам человек. Да. Все покажу, завтра ничего не покажу. Угу. Еще Dolce & Gabbana вот такие, кстати, вот сегодня, завтра отправим, наверное, вот такая Dolce & Gabbana еще есть. В таком цвете, в черном. Такие, ну. Обычные. Обычные, но самый лучший вариант для повседневной носки, я считаю, да? Так, какие еще вопросы? Фенди еще не показала. Вот такие еще фенди есть. Вот это розовый цвет. Очень легкие, тонкие. Да, в носке будут
очень удобные. Угу. Карамельки. Карамельки получается 150 евро минус 20%. 120 евро будет розничная цена. Карамельки, кажется, одни у нас еще остаются в наличии. Да. Да. Не проданы, одни в наличии. Привезли несколько штук, и, если честно, сразу же их расхватали. Все, вот буквально как только я пост сделала, уже сразу получила много заказов, и моя курьер уже их в Киеве разнесла, и все забрали. Еще в черном цвете была, и тоже девочка вчера на примерке выбирала между карамелькой и черным, и забрала черное. Да? Вот. Карамельки. В наличии одна вот эта вот единичка. Поляризации нет на ней. Нет, поляризации нет. Поляризация — это особенная вещь. А зачем вам, кстати, поляризация? Такой тоже интересный вопрос. Потому что поляризация, черный ДГ, цена классика. Да, 90. Да, вот эти 190 евро минус 20%. Поляризация — такая особенная вещь. Если честно, допустим, я не очень люблю очки с поляризацией для повседневной носки. Они больше, наверное, подходят для водителей, кто очень много водит машину, для что? Активного вида отдыха. Ну да, для активного вида отдыха, потому что они там убирают блики. Айфон плохо видно. Да. Ну, а кстати, поляризацию очень просто проверить на очках, в том плане, что когда вы смотрите потом в очках с поляризацией на экран мобильного телефона, будут такие разводы на экране. То есть, ну, с мобильник не очень прикольно на них смотреть. Да. И еще, кстати, есть на поляризацию тесты. В оптиках специальный такой приборчик, который показывает поляризацию. Вот ДГ еще классные. Да, вот. И вот особенность, да, модели, смотрите. Вот, видите, раздвигается заушник, это называется флексор. Вот. Для более комфортной посадки, если, допустим, у вас там... Новые Гуччи. Новые Гуччи в наличии нет, и, наверное, на склад мы себе брать не будем, потому что новая коллекция насчитывает более 20 разных моделей, и в каждой модели еще насчитывается, наверное, по 5 цветов. Ну, соответственно, это 100 разных моделей, и брать смысла, наверное, не имеет. Есть очень много. Да, очень много уже сейчас поступило на склад в Италии, мы можем очень быстро вам их доставить, любая, какая там вы захотите. И новые круглые Гуччи пришли, и квадратные, и... Все есть. Ну, собственно, все поступило, пожалуйста, да. Евро. Карамель, какая модель? Если вас интересует артикул, да, модель, это Emporio Armani. Артикул называется 4083. 4083 Emporio Armani. Я не знаю, где они сейчас еще есть, но вот у нас они как бы есть. Карамелька, черные, ну, просто так в сети, допустим, в родничной я не встречала. Так, Porsche Design. Porsche Design еще есть классные. Смотрите, вот те голубые я показывала, классные, да, вот эти вот. Золотая оправа, голубая градиентная линза. Эти в 69-м размере, ну, смотрится, конечно, бомба-ракета. Да, голубые, очень красивые. И в комплекте идут сменные линзы. Я вот уже показывала перед этим, что идет чехольчик и сменная линза. Меняется очень просто тут, переносится. Да? И вот еще Porsche Design белая оправа. Это уже такой летний вариант. Антиблик, да, есть. И темные линзы. В комплекте идут линзы другого цвета. Сейчас не найду для вас, наверное. Так, еще Fendi золотые уже все увидели, да? Просто такой этот эксклюзивчик, который хочется постоянно показывать. Золотые Fendi просто нереальные. Вот. Сейчас уже будем заканчивать, потому что уже устала с вами беседовать. Так, золотые Fendi. Елизавета Карпенко. Привет, да, здравствуйте. Так, ну, просто, может быть, я кого-то не помню. Классический авиатор от Ray-Ban. Голубая линза, золотая оправа, модель 001-3F, в наличии в 62-м размере. Ну, это классика от Ray-Ban, но просто очень многим нравится. Есть в золоте и в серебре бывает оправа. Как дела? Да, спасибо, отлично дела вообще. Кстати, папа, все, давай закончим. Угу. Так. Mm-hmm.
ну сейчас, наверное, покажу действительно какой-то общий план. Так, давайте покажу. Ну, тут, короче, много всего еще разного. Собственно, давайте так, если есть еще какие-то вопросы по существу, тогда будем еще продолжить. Если нет, ну тут нет, это не совсем рай, просто тут еще есть, я покажу. Так, Армани после карамели, не вижу у вас в ленте, Армани черные, которые вы мерили после карамели. А Армани черных мы не мерили, да? Так Армани черные, это какие же продали? Да, просто черные Армани мы, если такие же, как карамель, только черные, то они проданы вчера, да? Вот. Они с черным таким градиентом идут. Да. А я мерила Дольче Габбана, наверное. Вот такие вот, да? Да, этих у меня даже не было, потому что, ну, это такое, это под заказ привозили клиенту. Они черные и леопардовые. Да, это Дольче Габбана. Дольче Габбана по цене, я не знаю, сориентируй меня, пожалуйста. Ну, сейчас, да. Вот такие черные и еще такие леопардовые. Да, сейчас цену скажем. 190. 190 евро минус 20%. Ну, как и кружочки те матовые. Да, 190 минус 20. Как и матовые кружочки, которые там, ну, новые показывала совсем недавно. Угу. Тоже градиент. Черная пластика оправа, золотая фурнитура. Угу. Все, ладно, всем спасибо большое за эфир. Пишите в директ. Если есть вопросы, пожалуйста, да, я на все отвечу. Да? Все, всего доброго, всем спасибо.